Телефон Nomi i177 покажу, как сделать ему Hard Reset. Сброс настроек. Заходим в меню. Настройки. Настройки телефона. Восстановить настройки. И вводим пароль. 1, 2, 3, 4. Стандартный его. Окей. Восстановить. Все. У нас автоматом перешел на английский язык. Чтобы поставить на русский, нам нужно зайти в меню. Настройки. Настройки телефона. Язык. И поставить русский язык. Все.